Новую аркаду Yes, Sir можно назвать преемником или современным ремейком классической игры Cannons. Суть игрового процесса в перестрелке между башнями, которые в Yes, Sir называются танками. Также игра имеет ряд других отличий, характерных для современного проекта. Перед каждым уровнем можно приобретать уникальные боеприпасы и бонусы. Каждый такой пауэрап способен серьезно повлиять на ход боя. Еще одной неожиданностью стало появление нескольких противников. Искусственный интеллект при этом не жульничает. Каждый игрок борется исключительно за себя. В остальном перед нами классический игровой процесс, аналогичный многим подобным играм. Регулируем угол наклона орудия, выбираем силу удара и принимаем во внимание ветер. Вот и весь секрет успешной игры. Подробнее о Yes, Sir читайте в текстовом обзоре на сайте iPhones.ru.